Приветствую всех на канале Маткавод. С вами я, Юбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Так, друзья, сегодня 3 февраля, и у нас такая, как бы, небольшое потепление. Ну, потепление вчера было, наверное, по всей территории Украины. Судя по звонкам, по различным постам, у некоторых даже и пчелы летали. Но у нас не настолько было тепло, друзья. У нас вчера было около 10. Ну так, тучи были. Ну и сейчас около 10, а ветер дует такой холодный. Ну, облета вообще не стоит ждать. Но тем не менее, температура воздуха поднялась. И мы пришли на один из тачков, чтобы посмотреть, вот как себя ведут те семейки, которые при осмотре на расположение клуба имели оценку 0, чтобы понимать, вот эти пару дней теплой погоды заставили их расползтись, или они все-таки сидят и понимают, что еще зима, что еще не стоит расползаться. Ну, обратить на это внимание, проанализировать, скажем так. Сейчас Машенька мне будет говорить, где были нули. Сема семья. Сема семья. Это вот это? Да. Что там было? 7-4-0. Ну, тут 7-4-0. Тут они получили оценку 0, потому что они, было большое количество лишних рамок. Mm-hmm. Но видим, что они сидят в клубе. Mm-hmm. Да, тут есть лишние рамочки, но тем не менее. Куда следующий? 8. 8? Mm-hmm. Что тут? 6-0. Да, видим, что теплая погода клубы разрыхляет. Ну, не сказать, что на полной уле они их разрыхлили, так как еще визуально виден очертания клуба. 11-7-5-0. Ну, вот эти совсем не разрыхлились. 14-7. 14. Вот об этом я, друзья, и говорил, что нам надо посмотреть это, пока еще есть такая, мы смотрели ориентировочно в 20-х числах расположения. Я говорил, что немного позже температура будет уже играть, и визуально картину не поймешь. Из-за этого мы и смотрели это немного раньше. Ну, в тот момент, когда они явно должны были сидеть в клубе. Ну, да, клубы разрыхленные. На тришечки я. Да. Но, так у некоторых уже есть и расплод, и вчера летали. Так что, конечно, клубы пораспадались. 34-й, а это в край. Ну, эти хорошо сидят. Да. Есть, наблюдается определенное количество влаги незначной. Но я на это, друзья, не обращаю внимания. Так как сейчас начинаете часто писать, уж типа над гнездом сухо, а есть за притворной влага. И у меня есть. Вот видим, было бы сейчас более холодная погода, меньше бы было влаги. Сейчас сыро стоит, сейчас дождь падает. У нас практически постоянно с утра падал дождь. Повышенная влажность, соответственно, оно не так выходит из гнезда, как бы должно было бы быть. Когда уже пчелы начнут активничать за счет повышения температуры во всем гнезду, эта влага сама по себе пропадет, так как не будет этого перепада температуры, так как вот тут одна температура у них в клубе, а тут другая. Когда они сделают на весь клуб одинаковую температуру, соответственно, ее не будет. Так что я на это не обращаю внимания. Если было бы ее намного критичней, эта семья имела оценку плюс. Мы сейчас посмотрим, как те, которые нас устраивают, семейки сидят. Ну да. Угу. Сидят хорошо. В каком плане хорошо? На эту погоду такое расположение нас вполне устраивает. Да, клубы немного разрыхлились, но, повторяюсь, теплая погода. Вчера у ребят летали. Давай, Машенька, еще пару плюсей мне скажи, так как по этой картине я всем доволен. Следующая, 34-й. Это плюс, да? Нет, два из этого ряда, мы эти носили, мы их терроризировали. Ну, последние типы сапу.
91, да? Да. Ну, посмотрим. Вот тут есть очертания клуба. Ну да, конечно. Разрыхлились. Чувствуется, друзья, тут и тепло. Чувствуется и тепло в этом уле. Да, практически одинаковая картина. Плотность клуба зависит от, ну, от уличной температуры. Чем холоднее температура, тем более плотный клуб, потому что им для создания нужной температуры в середине клуба, ну, нужно более уплотниться. Когда менее, ну, как сейчас, 10 градусов, соответственно, им меньше надо поднимать температуру, чтобы в середине клуба была однозначно. Из-за этого они позволяют себе разрыхляться. Так что это вполне себе нормально. Сейчас у нас на днях должны прийти похолодания. До минус 7-8 обещают. После того еще раз посмотрим, как они будут сидеть. Соберутся ли они опять назад. Но на данный момент меня устраивает. Из тех всех, что поднял, меня картина устраивает. Эти вообще хорошо. Все, да, понимаем, что особо они не заактивничали за эти дни. Немного разрыхлились, но также точно мы потом сходим и посмотрим, когда вот сейчас вернутся морозы, соберутся ли они назад. И будем дальше за ними наблюдать. Так что, ну, кого интересовали, потому что спрашивали нас, были ли у нас сегодня облеты. У нас не было, повторяюсь. Так что еще у нас холодно. Хоть мы и говорят, что весна на Закарпатье приходит раньше, но видим, что у нас она не пришла. Ну, еще лютый месяц, февраль месяц. Все, друзья, на этом будем заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы. Кому нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.